не поймет, что переживать за что-нибудь. Отлично! Чуть быстрее бы, баночка. Чуть быстрее бы ноги, и все, баночка. Ладно, ты что, не разбираешься? Бей! Блин, ну хорошая начала. Назад, давайте, давайте! Миша красавец, все решает. Хорош, Михаил. Давай!
по игрокам играйте. Миша, садись! Миша, смотри, там забежал. Да там все нападающие. Вообще не держат. Так вам не выиграть будет. Не выиграть. Ой. Игроков возьмите. Зеленый без. Миш, Лень, останьтесь сзади. Кого держишь? Возьми игрока своего. Миш, сзади, за спиной.
очков не выиграть будет. Миша, назад садись, убегают хорошо. А, угловой. Сень, ну... Thank you.
Миша забежал, Олег. Миш, ты о защите-то не думай. Восьмерка возьми двойку. Двойку смотри. Миша, чего? Сеня, куда? Отдавай! Красиво, конечно, было бы. Чуть Сеня бы откинул, вообще бы такая грустная. Восьмерка не предлагает себя, вообще стоит. Добавили! Еще Сторм. Опытный. Даже не опытный в этом. Нет, время тянет. Я говорю, даже не опытный в этом разбираешься. Да не особенно, я смотрю, у нас все бегали там за мячом. Вратарь вообще спешил ввести мяч в игру. А там все равно и там 3 секунды ничего. А здесь он пока ждет. Как это ничего не решает? 3 секунды один раз, а 10 раз тоже 30 секунд, а он 100 раз вводил, все время бегал. Ну когда бегает, говорит, он все бегает, то не бегает. Все равно, даже если бы он задерживал, то глобус, он был там очень много. То есть, если бы он задерживал, может, нашего голову. Играй в пас, что ты делаешь? Хорош, Сеня, хорош! Давай. А, Леня ворота вообще потерял! Леня! Смотрите, он стоял там! Вообще просто держал! Леня, давай! Вообще... Не включись! С игроками! Здорово! Давай, вперед! Сколько потерял ворота, ты вообще это значит? Давай! Вперед! Куда уже все вернулись? Видишь, они назад возвращаются, бегают. Классно было. Здорово, хороший удар, Ксения. Они пока атакуют 300 секунд. Такой же. Удобный пасик. Вот. И пошли. Миша, ну как так? А, успел. Варенька ворота потерял. Ого. Давай. Васик, ну куда ж ты? Ну давай, пиши. Да! Добавили, нажали. Давай, мешай. Давайте, ребят. Гориш! Молодец! Олег, вообще
Спокойно, открывайте. Сеня, спокойно. Здорово, Лёня. Супер. Лёня, хороший пас был. Карточка. О, удаление. Давай быстрее.
Миш, бей ты! Миша! Встаньте на позицию, чтобы вас паса забить. Миша, подбор! Куда ты бьешь-то? За откидку. Здорово, Аня! Блин, не успею, конечно. На запчистое время. Ну да, если бы тормозили, было бы прикольно, конечно. Двое, двое, двое! Да ты бестолочь! Ну, дети, дети, нельзя так. Хоть зенит, хоть сто. Это не мой. Не моего могу. Блин, Миша! Вот это лошара, блин. Шанс был, а? Лёня, хорош! Сам иди. Ну долго, долго. Разыграйте его, чего? Здорово! Как уперлись-то, а? Борьба была, было прикольно. Ну, прикольно было, да. Два раза, два гола можно еще забить, да? Три. Сто! Не, все, уже как бы запал закончил. Ну да, уже вряд ли кто верит. Нет, а сейчас как бы наоборот уже не тот порыв. Сейчас наоборот можно пропустить. Я уже пропускать. Я уже хочу. Ударом. Мишаня. Опа. Спокойно. Спокойно. Да куда ж ты его бьешь-то все время? Миша убежал. Такой пас. Ой. Как он любит эти красные. Даже Порошенко не такой злой. Я не понял. Нет, не сильный.